«Уходящей среды» подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Сезон охоты. В Бобруйске участились случаи укусов клещей. Территории всех лагерей перед началом смены всегда обрабатываются. Как не стать жертвой паукообразных? Жаркая поездка. В Бобруйском районе накануне вечером загорелся грузовик. Полностью уничтожено колесо и частично поврежден тент. Что стало причиной ЧП? Один день в профессии. В Бобруйске проходит профчеллендж для школьников. Дактилоскопия изучена. Много чего интересного открыто. О каких секретах рассказали ребята. А также лучший показатель, перспективные кадры и опасные питомцы. Минприроды установила перечень диких животных, которых нельзя содержать дома. Кто попал в список? Массовая жатва. В Могилевской области в этом году уберут почти 400 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых и кукурузы. В 2022-м площади под эти культуры увеличили. Кроме того, закладывается необходимое количество стабилизационных фондов по картофелю, овощам и зерну. Только последнего на заказ 126 тысяч тонн, в том числе более 1500 крупяных культур. В планах уменьшить использование сушилок, электроэнергии, газа, местных видов топлива. Большинство экипажей комбайнов получили соответствующие допуски. Работники обеспечены спецодеждой, медицинскими аптечками и питьевой водой. Для аграриев организовано 2-3-разовое питание, оборудованы комнаты приема пищи, отремонтированы бани и душевые. Опасно любопытство. В Бобруйском районе пенсионеру оторвало ногу. Взорвался снаряд времен Великой Отечественной. Еще в начале июля семейная пара обнаружила боеприпас в грунте, который привезли для ремонта. Супруги выбросили его в мелиоративный канал недалеко от дома. Об этом узнал отец женщины, который гостил у них. Новость не давала спокойной жизни пенсионеру, и он извлек находку из воды. Любопытству 67-летнего мужчины не было предела. Он решил распилить находку электроинструментом, в результате чего произошел взрыв, которым пенсионеру оторвало часть ноги. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Проведен осмотр места происшествия. Взяты осколки снаряда, одежда, режущий инструмент. Назначена экспертиза, проводится проверка. Горячий пит-стоп. В Бобруйском районе накануне вечером полыхал грузовик. ЧП произошло около деревни Дубовка. Водитель остановился на трассе, обнаружил загорание колеса. Пламя быстро распространилось на тент. Еще до прибытия спасателей мужчина воспользовался огнетушителем, а затем скинул покрышку на обочину. Спасатели ликвидировали данное возгорание, в результате которого полностью уничтожено колесо и частично поврежден тент прицепа данного грузовика. Пострадавших нет. Предположительной причиной пожара стала конструктивная неисправность деталей автомобиля. Чтобы автомобиль не стал причиной ЧП, следует постоянно проходить диагностику, следить за своим железным конем. С начала года же в Бобруйском районе зафиксировано почти сотни пожаров. 18 человек погибли. В масштабах всей страны произошло более 3000 возгораний. Темный лес, внешняя торговля и популярное хобби. В Беларуси изменятся правила для любителей рыбалки. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси за 6 месяцев достигнут лучшие за 10 лет показатели во внешней торговле товарами и услугами. В январе-июне темп роста ВВП составил около 96%. Планируется, что уже во втором полугодии на смену вынужденному замедлению придет восстановительная динамика. При этом наша экономика работает устойчиво и сбалансированно. У промышленных флагманов уже есть портфели заказов до конца года. Белорусские вузы планируют принять на бюджет около 28 тысяч абитуриентов, на платную форму – больше 25,5. План формируется из прогноза потребности в кадрах и определяется, исходя из запросов экономики и работодателей. Если речь о бесплатном обучении, то здесь первым делом учитываются запросы заказчиков и информация Минтруда и соцзащиты. Ежегодно в белорусских лесах теряются до 400 человек. Особенно проблема актуальна в сезон сбора дикорастущих ягод и грибов. Чаще всего спасатели отправляются на поиски престарелых граждан в возрасте до 70. Поэтому дети и внуки должны говорить с пожилыми родителями и объяснить им правила безопасности. А заявления о пропаже одиноко проживающих могут поступать спустя несколько дней, либо вообще недель. В республике 29 июля вступают в силу новые правила любительского рыболовства. Теперь можно использовать осветительные приборы. Разрешено оставлять орудия без присмотра, а также не нужно указывать на них свою фамилию и инициалы. Введен запрет аренды водоемов в населенных пунктах, если берег озера частично входит в его границы.
Минприроды установила перечень диких животных, которых нельзя содержать дома и в контактных зоопарках. В списке королевская кобра, особи питонов, длина которых больше 4 метров, лев, тигр, пума, росомаха, африканский страус, а также все виды морских черепах, шимпанзе, медведей и журавлиных. Постановление вступает в силу с 1 августа. Новые роли, но не в кино. В Бобруйске проходит профчеллендж «Один день в профессии». Для школьников свои двери открывают судебная экспертиза, прокуратура, колледж и ветклиника. Сотрудники не только делятся историями из практики, но и предлагают ребятам лично поучаствовать в процессе. Освоила новую специальность и Карина Гуревич. Специальность – ветеринар. В кино это милые котики и собачки. В жизни – несчастные случаи, переломы, отравления, болезни. Алина Прохорова всегда мечтала помогать братьям нашим меньшим. У нее есть такая возможность. Профчеллендж «Один день в профессии» помогает девушке узнать все тайны этого дела и своими руками помочь пушистым пациентам. Я люблю животных, люблю с ними как-то контактировать, помогать им. У меня у самой есть собака, поэтому в ветеринарных учреждениях бывало часто и вот заинтересовалась этой профессии на протяжении уже долгого времени. Лето для ребят – время отдыха, но лучше проводить его с пользой. Так в стране проходит республиканская программа «Забота», в рамках которой в Бобруйске организуют профчеллендж. Присоединяются многие организации. В числе первых – судмедэксперты. Ребятам рассказывают о специфике работы и показывают оборудование. Например, чемодан криминалиста, в котором есть все необходимое – от дактилоскопических порошков до набора для биологических веществ. Дальше – снятие отпечатков пальцев, изучение баллистики и следов от ботинок. Эмоции у меня очень даже положительные, хочу сказать. Дактилоскопия изучена, много чего интересного открыто, кругозор расширен, и могу сказать, впечатление самое лучшее. Тянула вообще на медицину, и поступать буду, скорее всего, в этом направлении. Можно свои качества развить. Колледж Ларина. Здесь ребятам помогают развить их творческие способности. В частности, освоить специальность резчика по дереву. Талантливый мастер с золотыми руками был востребован всегда. Нынешнее время не исключение. Доступное хобби, оно довольно простое в освоении. Всегда изделия из дерева качественные и всегда очень хорошо ценились. Резные изделия из дерева, они, конечно, украшают наш быт. Они помогают, ну, как бы в творчестве, воспитывают у человека любовь к этой профессии. Работа с деревом, она очень затягивает, это очень увлекательное занятие. Торгово-экономически также открывает двери для участников проекта. Знакомство с работой кассира проходит в специальном классе с оборудованием. Как провести оплату по карте и наличными, считать штрих-код, показывают на практике. Учащиеся, которые в летнее время подрабатывают в колледже, делятся опытом и плюсами профессии. Учащиеся школ могут прийти к нам, окунуться в профессию, попробовать себя в профессии продавец, повар, кондитер, попробовать сделать что-то своими руками и понять, подходит ему эта профессия или не подходит. Задать вопросы специалистам, узнать секреты самых необычных профессий, попробовать себя в разных ролях и, возможно, определиться со своим будущим. Профчеллендж – уникальная возможность провести лето интересно, с пользой и получить незабываемые воспоминания. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Максим Галенко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Погода не шепчет, а кишит. В Бобруйском районе участились случаи укусов клещей. За 6 месяцев 2022 пострадали почти 200 человек, и больше половины только за июнь. Для Бобруйска актуальна болезнь Лайма. Только в 2021 зарегистрировано 33 случая. В этом году уже 4 обращения. Ежегодно в регионе к врачам обращаются около 4000 пациентов, каждый третий ребенок. Территории всех лагерей перед началом смены всегда обрабатываются от клещей. Также у нас обработана профилактически территория санатория имени Ленина, база отдыха Вербки, также Туголицкий каскад обработан и база отдыха Орленок. Паукообразный в основном концентрируется вдоль тропинок. Стоит избегать высокой травы и кустарников. Одежда должна быть максимально закрытая. Самое главное – пользоваться репеллентами и защитными средствами. Если все-таки подцепили клеща, обязательно обратитесь к врачу. Запущенный случай может привести к тяжелым и даже печальным последствиям. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! We'll be right back.